Всем добрый день! Сегодня у нас опять очередная распаковка. На этот раз связана тоже с фото-видеотехникой. А более конкретно пришел Follow Focus для фотоаппаратов и, соответственно, объективов для того, чтобы наводить на резкость. Фирма у нас Tilta. Вариант Follow Focus Nuclea N стандартный. С одним каналом по воздуху контролирует движение моторчика относительно рукоятки. Сам он по себе компактный. Все это изображено не на упаковке продемонстрировано. Кстати, это более обновленный вариант. Здесь положили стандартную зарядку по сравнению с той, которая была. Там два магнитных конца примагничивались непосредственно к аккумулятору. Пришло это все из Китая, шло достаточно долго, около месяца. Посмотрим, давайте почему. Хотя я знаю почему. Потому что, скорее всего, шло это все наземным транспортом из-за аккумулятора. Если у вас аккумуляторы вынимают, то быстро вам придет данная посылка. Если остаются, то посылка будет следовать достаточно долго, потому что на авиатранспорт запрещено использовать внутри различные аккумуляторные батареи. Итак, все это пришло в серой упаковке, после вскрытия которой внутри вот была такая коробка. По сути, коробка изделия служила транспортной коробкой. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Ну и давайте посмотрим коробочку, как состояние, как она пережила нашу доставку. Да, это не Почта России, а СДЭК. Ну, как видим, достаточно все удачно. Углы более-менее прямые. Это не как в Почте России. Вместо прямых углов, прямоугольников и квадратов приезжают вам мячики и овальчики. Кстати, все это можно компенсировать за счет Почты России, потому что она неправильно доставляет товар, некачественно производит услуги перевозчика. Поэтому пользуйтесь своими правами. Код говорите не сразу, а после того, как осмотрите, причем можно и вскрыть эту упаковку и посмотреть, что находится внутри. Ну и увидеть, если коробка будет помята, то вам перевозчик должен компенсировать данную неприятность. Но чем больше будет таких обращений, тем лучше мы сделаем Почту России доставщиком различных посылок с различных мест. Итак, давайте вскрывать. Внутри находится у нас кофр, в котором и располагаются все элементы, которые вам понадобятся для того, чтобы установить и взаимодействовать. Этот Follow Focus, да, за исключением одного момента. Сейчас мы его и продемонстрируем. Так, здесь у нас стандартно находится инструкция, но инструкция у нас только на китайском языке. В данном случае представлена. Английского варианта нет. И кое-какой-то гарантийный талон для того, чтобы в случае чего отремонтировать. Но, правда, уже Китая. И здесь же присутствует пакетик с зубчатыми прорезиненными кольцами для того, чтобы закрепить это все на объективе, чтобы не сломать те зубчики, которые находятся непосредственно на объективе стандартном. Да, кстати, кольца имеют разные, а нет, одинаковый размер. Ну и, соответственно, под свой размер вашего объектива закрепляете, и дальше при помощи моторчика это все осуществляется, движение вашего объектива. Пока мы это все дело отложим, дальше здесь присутствует сам Follow Focus. Он достаточно маленький и компактный для того, чтобы управлять им. Есть дисплей, дальше кнопка записи включения и выборка различных режимов также представлено. Но позже мы это все дело рассмотрим и увидим. И сюда вставляются стандартные аккумуляторы. Кстати, аккумуляторы есть в комплекте. Почему, я сказал. Так как движение посылки было достаточно продолжительным. Здесь аккумуляторы 1450 на 3,7 вольта. То есть они похожи на батарейки, аккумуляторы типа 2А, но эти аккумуляторы, они там 1,5 вольта, а здесь 3,7. Поэтому нужны специальные аккумуляторы. Что тоже считается минусом, было бы все это как-то стандартизировано под один тип. А так приходится выбирать из нескольких типов и иметь
соответствующие экипы в запасе. Ну и один рабочий, и второй запасной. Так, вот такая вот ручка. Дальше здесь есть установочная площадка для больших объективов, там 95 миллиметров, для того, чтобы удерживать ваш этот объектив, чтобы он надежно был установлен. Дальше есть у нас стандартная направляющая, причем даже с резьбой, ну, чтобы устанавливать и закреплять мотор. Так, дальше есть площадка. Эта площадка нужна для того, чтобы крепить данное кольцо куда-то, либо на стабилизатор, он как там продемонстрировано, так и фиксируется. Либо на клетку, если вы клетку используете. Ну, скорее всего, на какое-то дополнительное устройство. То есть вот такое, вот такая вот площадка для того, чтобы закрепить этот Follow Focus. Дальше вот я говорил о стандартном зарядном устройстве. Как вот видим, 5 вольт от 25 сотых до 50 ампера максимум. Ну и здесь вот выбрать можно тот или иной вариант. Без проблем устанавливается аккумулятор. Дальше мини-USB подключаете, кстати, кабель вот он, и к зарядному устройству, ну, либо пауэрбанку. Длина, ну, здесь около 60-70 сантиметров данного кабеля приблизительно, для того, чтобы осуществить зарядку от зарядного устройства. Здесь кабели управления, здесь возможность есть записи подключения к камере, различные типы разъемов для разных камер, там, по-моему, для Sony и для Panasonic, может, есть другие варианты. Так, здесь также micro-USB, вернее, mini-USB, и mini-USB, и проприетарный разъем для фотокамеры. Дальше есть инструмент, стандартные шестигранники. И имеются винты, чтобы закрепить непосредственно площадку для крутилки Follow Focus. Ну и другие типы винтов, тоже чтобы закрепить то или иное оборудование. Так, дальше здесь еще есть тоже крепежное устройство для того, чтобы закрепить на либо стабилизаторе, вон здесь вот, и здесь вкручиваете, ну или так, как вам удобней, на стабилизатор. И последнее, что у нас есть, а это непосредственно сам мотор, который питается через USB, также мини, и еще один разъем типа джека, но размер небольшой, около 2,5 миллиметров. Существует, кстати, стандартный блок для аккумуляторов, там он состоит из двух блоков достаточно большого размера. Давайте сейчас посмотрим, но стоит достаточно дорого, но в одном из видео я вам демонстрировал многоразовый пауэрбанк вот такого плана, который можно соединить вместе с этим моторчиком. Давайте это сделаем. Вот как видим, все у нас прекрасно заработало, циферки появились. Скажете вы крепить куда-то этот пауэрбанк, тоже есть на моем канале. Это противовес Ланзи. Ну и при помощи стандартных переходников 1/4 на 1/4, либо 3/8, в зависимости от того, какие у вас там отверстия присутствуют на площадке, либо на стабилизаторе. И можно закрепить как хотите ваш пауэрбанк для того, чтобы питать вашу всю систему. И давайте посмотрим принцип работы. Как видим, у нас тоже все включилось. Тут можно настраивать как от одной точки до другой точки, ну либо свободное движение. И давайте посмотрим, как у нас осуществляется движение.
как видим, то есть у нас моторчик работает. И отключили. Давайте соберем конструкцию при помощи данного устройства фокуса и посмотрим на фотокамере, как это все дело осуществляется и крепится. Да, будем мы устанавливать не на стабилизатор, а на штативчик, но принцип сути не меняет. То есть можно применять как на стабилизаторе TJ Ronin и других вариантов подобной конструкции, так и можно этот фокус применять и с клеткой, ну и другие варианты, о которых мы ранее говорили. Приступаем к сборке данной конструкции и посмотрим, что из себя представляет и как работает. Итак, вперед! Давайте сейчас тут устроим небольшой сетап, некоторую обстановочку для того, чтобы проверить, как работает фокус на этом фотоаппарате с этим объективом. Thank you.
Я вам продемонстрировал возможности фокуса тильта Nuclea N, благодаря которым можно осуществлять фокусировку на те или иные объекты при помощи стандартного моторчика, который взаимодействует вместе с объективом, и на удаление при помощи соответствующего устройства, которое может находиться либо у того, кто снимает, либо у того дополнительного человека, который будет заниматься фокусом, так называемый фокус-пуллер. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал, информацию предоставил вам для внимания. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.